Витя крысит у дропа? Это очень опасно, не приближайтесь к нему. Если я вижу этот знак, я знаю, кому-то нужна моя помощь. Ведь крыс около дропа, да хрена. Такс, это похоже на работу Виктора, но где он? А, вот и он. Бежит ныкаться за камень. Но я-то видел, что ты тут кого-то скрысил. Такс, если я хочу подлететь незаметно, надо, чтобы он нанюхался дымочка. Ждем. Погнали, погнали. Это идеальная тактика против Виктора. Нет! Я выбрал не того Виктора!